Смотрим стандартный номер в отеле Виндам Гарден. Монако. Санузел с душевой кабиной. Здесь у нас шкаф-купе. Есть сейф бесплатный. Большая куча вешалок. На входе сразу место для багажа. Номера коннектятся. В отеле очень мало номеров с балконом. В основном здесь просто панорамное остекление. И красивейший вид на город. Сейчас не совсем видно, потому что нужно выключить свет. Смотрим завтрак в отеле Виндам Гарден. Стоечка с соками и с овощами. Есть различные нарезки. А также закуски, хумус и всякие овощные соки. И хороший выбор фруктов. Также представлен сыр и колбасы. Дорогие зрители, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на наш канал. Нам это очень важно. А также помните, что через нас можно оформить тур. В Бахрейн есть прямые перелеты из Москвы. И туры сейчас по очень приятным ценам. Непривычно непрозрачные у нас емкости. Здесь бобы. Здесь бекон, мясной соус. Картошка, овощи. Яичный скрабл, вареные яйца. Еще овощи. Очень красивые закусочки. И также есть точка со сладостями. И все это с потрясающим видом на город.